Сейчас у нас этот маг откиснет. Музыкант покидает игру. Ну да. Фух. Пэмс. У него очень быстрая атака прикладом зато. У этого обрезика. Потому что это макс-обрез. По типу. Да. Ну я увидел. Так. Здесь будем в больнице. Медсестры прилагают сетиски. Это что, голод, который держит ключ? Да. Забавно. Не, в этом-то и... А когда тут будут выпадать эти... ну, штуки, которые... блин. Фолианты, гримуары. Нет, изменить внешность. Если есть возможность. Вот тут не знаю, у меня косметика сразу доступна была за предзаказ, походу. А. Так, сейчас. Макс. Одну секунду, я на АФК отойду. Если что, меня не ждите. Слышишь? Все, я тут. Давай, побежали. А то они сейчас сдохнут. Что мне нужно было настроить, маман, этот телевизор под компьютер. А то, смотри, сейчас волна будет. Да уже бежим. Что? Ну, разница в разрешении моего телевизора и ноутбука. Да, отвлеки их пока, Макс. Я сейчас. Давай. Слышь, вы скоро там, а? Мы тут. Ой-ой. Так, я понял один немаловажный этот. У меня, короче говоря, вот эта хрень. Короче, она не пробивает толстого. Кирка? Нет. Этот. Как его? Молоток. Молоток маленький? Да. Так, смотри, тут бомбы. Мы уже убежали вперед. Я думал, там нужно близко освободить этого. Попёрся. Да, она не убежит. Тут от меня столько ждали. Ну, хоть... Еще подождем. Двадцать второй. Угу. Там маг где-то. Карусель, это радость для нас. Да. А он двигается близко. Блин, и ни влево, и ни вправо не уйдешь. Все, я за тебя прямо. Конечно. Там ловец. Угу. Помочь? Не. То есть, что у меня есть обрез? Синие боеприпасы? Да, если кто-то их видит. Это что такое? А, это магия. Сразу два. Что, вы все по низу поперлись? Прям. Ну, типа вверху пробивай ситуацию. Уже. Так, тут еще кнопки придется нажимать. Большой. Я вижу. В
меня при атаке его... Ох, нифига, мне вломил. Появляется какой-то треугольник красненький. Это что значит? Это значит, что не пробил. Нет пробития. Макс, заряжай бронебойный. Фига его воткнул в стенку. Пошли. Забавно. Так, бочку надо куда-нибудь? Да вроде нет. Ладно, возьму с собой, если что, взорвем где-нибудь. Надо вниз теперь. Нет. Я, кажется, убил его бочкой. Нашел куда. Макс. Мы уже все здесь. Чё? Сюда нам надо. Уверен? Угу. И? Владислав, обратите внимание на вот этот камушек. Интересно. Он еще, его еще нельзя нажать, надо, чтобы все пришли. Я-то в одного проходил, видишь? Они просят, чтобы мы пошли вниз. Хорошо, пошли вниз. А? Бэ. Как тебе маг, говорю? Вообще отлично. Я просто мага качать начал, в итоге я устал его качать и начал качать следопыта. Это с нами разговаривают? Или сами? Сами по себе с нами. Да, я знаю, но при этом здоровье меньше всех. Да не знаю, как это нормально. А ты да и мне когда выпал... Ток. Ну ты за какого героя-то сыграешь? Следопыт. Ну да, тоже классно. Я за первого следопыта играю, потому что мне второй и третий что-то вообще не зашли. Тактика. Сверху крыса. Какая? Уже не такая. Понял. Да, я вижу. Я до него так и не докачался, я докачал до 11-го, кажется, уровня мага. Пулеметчик, Макс. Был. Не вижу. Ну, у него только два посоха хороших. И то, который сейчас у меня вообще беспонтовый, не могу им играть. А че если нажать на вот этот лапу? Какая, кстати, ульта у твоего? Ну вот у третьего он вокруг себя взрывает всех. У второго, как у тебя, ульта. А у первого... я уже не помню, я давно играл. Ну, у первого телепорт. А, да, у первого, как это... След за собой заставляет, так, огненный. Это хорошо. Да. Мне вот еще вот этот статус понравился тем, что он может шотнуть воина хаоса. Просто ульту в него кидаешь и минус воин хаоса. На Макс можно, короче, не говорить ничего, да? Да. Тебя еще быстро ульта на... Давай послушаем. Ну смотри, по факту, кстати, тут нет, два обязательных класса, три с собой надо обязательно иметь. То есть, например... Это гном, это эльфийка и это маг. То она накапливается у второго мага намного. Это обязательно. Так что, может, нам наверх надо или что? Я просто что-то не вкуриваю, чем мы здесь стоим. Тут надо много дверей открыть разом. А. Поэтому мы здесь стоим и тупим. Пройти по следу трупов? Вот теперь можно идти. Куда? Понятно. Да. Там тупик? Я вообще за амуницией бегу. Ну пошли. А, дверь-то наверху открылась. Вот я тоже. Mm-hmm. Не, ну это понятно, но просто вот эта дверь тоже открывается. Там есть игры, я просто забыл. Я вообще забудет себе. Книга или гримуар? Наверное, сюда. Да. Потому что если гримуар, то я бы не советовал брать, я не хочу порезать. Макс, возьмем. Наоборот, за них потом бонус, знаешь, какие классы. Динс, с гримуаром здесь будет тяжесть, последняя миссия. Попробовать на рекрут зайти. Вообще в тяжесть, поверь. Окей. Я не это. Там ХПшек, ой, этих
опыта дают намного больше. Так, я нашел себе. Там где-то маг был. Уже нет. А то он меня схватил и как-то мне не понравилось. Знаешь, не люблю толстых. Ну, как люди развлекаются. Забытый канализация. И чё? Интересно, как здесь голосовой чат включать? На какую кнопку? Давай посмотрим. Смотри, голосовой чат. Включить. Жми говори включить. Я не знаю кнопку, Макс. Что за кнопка? Не знаю. А, ну ладно. Если что там... А! Смотри, вот вдалеке вот здесь вот. Если что, смотри, здесь есть зелье. Какое? Маленькое, но лечебное. Закавай аптечку, а то ты сейчас пополам сложишься. Да уже? Это у меня, видишь, аптечка здоровая. Сейчас какой-то тебя отпилят. Пошли бить их во фланг. Бей пидоров! Чё? Одну секунду, Макс. Я вовремя сейчас появился, блин. Очень. Горячо, когда меня не прикрыли. Ну потому что там у нас босс огнеметчик. Я понял. Я уже здесь. Оу. Блин, это, наверное, самый муторный босс из тех, которых я знаю. Самый муторный. Нормально, все пучком. Ау. С его стороны это было сильно некультурно. Обожаю этот дробовик. Ну хоть в этот раз я выжил. Не, вообще самый муторный, как по мне, это желчный демон. Ой, желчный этот. Хер. Толстый с этим, с щупом, да? Тролль. А. Куда нам? Куда? Нет. Сюда. За нами. Да вы хоть подождите. Фига его подкинул. Не знаю, этот побежал куда-то сюда. Он бежит назад. Все. Ух ты, фига местечко веселенькое. Я да, и вот нам вот прямо не показали другие ордена Хаоса. И вообще обидно. Интересно, добавят орков или нет? Первую часть обещали и не добавили. Ну я был бы за, честно, орков. Орков? Да, вот я был бы тоже за орков. Они-то во вселенной Вахи вот в этой вот присутствуют. А их не добавили в первой части игры, может, во второй добавят. Надо посмотреть, как голосовой чат выглядит. Ну, не знаю, я первый раз начал эту игру. Я совсем недавно в ней играю. Нет, не на чильду. Обычно на чильду голосовой чат. За этого героя как начал играть, так и играю. Дис. Сейчас, подожди. Дис. Да фиг с ним, пошли давай. По-моему, Г. У меня по умолчанию. Голосовой чат работает? Да, работает. Да, работает. Шикарно. Гном, ты где? Дай я тебя отхилю, а тут сейчас сложишься. Да я не против. Эльфик люблю, который хилит особенно. Не, я, кстати, всегда, наверное, аптечки и зелья всем скидываю, потому что у меня пассивная регенерация есть. Гинс, ну чё говоришь, на английскую, блин? Г, английская. Г? Г. Ну, G. Как он? Как шестерка. Я тебя понял. Нифига себе, упал! Ты приземляешься. Не упал. Ладно.
наверху. Разберешься, не забывай. Я занят штормкрысом. Там сзади вообще капец. Бегу к тебе на помощь. Я знаю. Знаете, было бы очень неплохо, если бы вы мне чуть-чуть помогли. Пулеметчик, Макс. А, нет, огнемет. Огнемет. Кто-то упал. Меня прилетело. Понял. Я упал. Подъем, не время для лежания. Я бы, честно, так, был погоди, погоди, больше над орком с пулеметом из 40-тысячника. Да, это был бы круто. Чего? Давай не надо, а? Потом мы на них палками и мечами, а они на нас пулеметами. Да мне болты в руки, я тут всех порву. Я буду гном ультрамарин. Нахрен ультрамаринов. Энгри Марины топ. Не, не смотрю, но... Я с тобой согласен. Фолиан подобрал. Но песня «Жарит тело ультрамарин» подходит только к ультрамаринам. Не, сменю этот молоток потом, потому что как-то, ну, не комикло. Вообще, да, не? Он не пробивает. Кстати, недавно разрабы Верментайда второго пообещали перевести вторую часть на русский. Но я что-то вообще не горю желанием это слышать. В смысле, на русский локализация голосовая? Спасибо. Да. Не совсем не хочу слушать русскую локализацию, я их всегда отключаю. Да, и фига русская локализация, чуть вырезать будет интересно. Будет говорить так, если что... Суровый ты бородатый. Ну а как ты думаешь, эльфийки же, скорее всего, как эльфы переведут? А есть ли какой-нибудь твич? Сзади пулеметчик. Это пулеметчик твич? Сзади. Или огнеметчик, хрен его знает. Это пулемет. О, так давай следующее ты запустишь на твича. Все. Пулеметчик готов, это, побежали. Твич играть. Попробуем. Через него вообще классно, я вчера попробовал. Ну, меня кто-то там запустил, вообще. Гинс, надо в круг, короче, прыгнуть здесь. До того, как полоска заполнится. Угу. Это на самом деле просто. То плюшки, то не плюшки, вообще классно. Встаньте, дети, встаньте в круг. И сейчас, короче, надо будет удерживать вот эту позицию. В яд лучше не вставать. Не вставать. А мне нравится джакузи. Я думаю, не зеленый и не с трупами. Да-да-да-да. Хотя хрен тебя знает. Ну это же этот, Тархун. Только горяченький. Суровый кавказский Тархун. Челябинский. Кавказский, потому что он там самый офигенный. Так, еще раз, что, не надо пускать их внутрь или как? Нет, тебе нужно, тебе нужно оставаться в круге. А колдун наверху сел. Просто хуже, тупами. Ты их не сможешь убить, их убьет ритуал. Просто будем сейчас оставаться в круге, и все будет норм. За Казмодан, за Орду. Сейчас меня сожрут. Ну, попробуй быть невкусным на вид. Да, спасибо. Только сейчас помню, что у меня аптечка есть. Увидеть первого в мире гнома ниндзю. И исчез. А я наоборот на всех ору. Ну вот, табилка моя. Ору и добавляю здоровье. Удобно. А я думал, ты же их как бы в упор бьешь и это. Нет. О, сзади. Куда этот.
Уже все. Там где-то пулеметчик был. Краем глаз заметил. Нет, нету пулеметчика. Это пулеметчик, он уже. И шустрый. А, у тебя, кстати, лучше не копье, а это, секира. Все? Пошли или чё? Заняты пошли. Чуть-чуть на секунду. Ну я подожду вас тогда. Да, может расслабиться, чайку попить пока. Меня крышу сожрали с палками. Бежим. Ненавижу копье, оно вообще никак не пробивает. Да-да-да, поэтому нужно это, алебарда вроде. Давай, я буду их это... Да не, я, наверное, парными мечами сейчас гоню туда. У них потом на подшечках они пробивают. Хватит купаться в супе, нам надо бежать. Да я вроде не в супе был. Но близко. Так, еще пацаны побежали. Валим отсюда. Да все уже никто не появится. Можно расслабиться. Ну хоть кто-то думался праздничный салют взорвать. Мы победили. Эта миссия, по-моему, проще была. Да. Чем предыдущая. Даже с АФК я тут не ложился так много раз. Да, это миссия попроще. Разблокировано очко таланта. У меня очко таланта. Тоже. Вот у меня, я получил очко таланта как раз. Что это дает? Заходишь в снаряжение, таланты. Как-то можно пропустить вот это все дело? Нет. Ну, я из такого способа не знаю. Я гном лекарь. Можно вопрос, а почему ветерон танчил я? Ну, я в основном отдыхал АФК, пол карты. О, ну видимо ты дамагер. Дали кирку, буду майнить противников. Банхаммер. Так, снижает рассеяние у меня на дальность. Повышает тяжение лечения 30%. Повышает скорость. О, вот это я возьму. Уж повышение скорости атаки. У вас есть дисплей или ТС? У меня есть кирка и борода. Ура! Ни хрена. С первого захода скрафтовали легендарные мечи.